Всем привет! Мы вели метод Дениса в 22-м году, больше года уже. Это нам принесло вот такие награды. И на самом деле еще это очень сильно помогло нам систематизировать работу креативной команды, правильно выстраивать процессы шторминга, ресерча и отбора идей таким образом, чтобы они максимально отвечали брифу и задачам бизнеса.